Добрый день, можно на ремонт записаться? Соболь. Замена глушителя, замена масла, посторонний звук под капотом. Как вы уже поняли, записался на сервис на сегодня. Ну, точнее, на завтра, машину отгоню сегодня. Глушитель уже давно отгнил. Вот пусть сделают глушитель. Задняя часть вообще отвалилась. Масло поменяю. И с утра заводишь, что-то свистит под капотом и посторонний звук какой-то. Не знаю, может, мотор так уже работает, но пусть посмотрит. И что еще? И, по-моему, все. По-моему, это и есть все проблемы. Ну, еще нужно переобуться будет, но зимнюю резину пока новую не купил. Не знаю, куплю ее вообще или буду на старой ездить, но надеюсь, что куплю. Но если куплю, то переобуюсь, может быть, в отдельном в другом месте, потому что там очень долго. А пока поехали работать. Я в красивом месте, Ясная Поляна. Сейчас тут клиент у нас один, его скину, поеду за стройматериалом. Каждый день езжу за стройматериалом, я сейчас их заберу, повезу на стройку. Потом еще там заказы есть, Казинаки забрать, и Москва приедет. Ну, в общем, много чего. Главное успеть на сервис, чтобы после работы туда не ездить, не задерживаться. Таз строительный, 4 штуки забрал. Сейчас нахожусь на складах строительных. Лайба стоит. На 16-й склад еду, там тоже каждый день туда ездят. Там же поклевку надо забрать, по-моему. Ну, что-то в мешках. Там на этом складе находится цемент, шпаклевка, ну и такая херня с кучей всякой. И кирпич еще сегодня заказывали, там еще что-то габаритное, но это уже на доставку. Тихо. Это манипулятор уже привезет. Вот избушка на курьих ножках. Блять, газлисты ездят как хотят. Поддон сейчас заберу здесь и все, и поедем на стройку. Еще Казинаки по пути заберем. Грузили 1,5 тонны. Посмотрите, колесо еле выдерживает. Тачка вообще прогнулась. Вот он, палет. 50 мешков. Застелю до стройки. Дорога луноход называется. Слыхали о такой? Сейчас мужики меня тут выгрузят и поеду дальше развозить. Да, тачка вообще перегружена. 1,5 тонны. 1,5 тонны, это вообще охереть, потому что грузоподъемность здесь вообще 800 килограмм. Но я по тонне таскал. Тонна 200 было, на 1,5, блядь. Куда? На стройке казус получился, в общем. Привез я 1,5 тонны вот этой штукатурки, блядь. Она у них на улице стояла, где я забирал. И она промокла. И, блядь, половина мешков вообще нахуй закаменела. Ну, сейчас повезу ее обратно, блядь, сдавать или менять, потому что ей пизда, работник, когда нахуй такая не нужна, это выкинуть ее. Бля, 1,5 тонны туда-сюда катаю и ехать еще обратно. У меня времени вообще в обрез. Не на перекрестке, перед перекрестком тут авария жесткая, сейчас я вам покажу. Там Логан выехал на встречку как-то, каким-то образом, две сплошных, бля, пересек. Какие-то следы идут, не знаю, может, у него тормоза отказали, может, еще что. И в X5 засадил, еще Opel вон стоит, пострадал. Просто, бля, жесть, вот он, Логан стоит. Охуеть, посмотрите, что там. Логан стоит на встречке, две сплошных, хуй знает, как он там оказался, прям ровно лоб к X5 засадил. Просто ни одного, ни второго морды нет. А вот пробка из-за них, в которой я сейчас тоже стоял, я сейчас развернулся, потому что мне надо в этот магазин. Сейчас новый мешок мне поставят, новый палет. Но она, блядь, вся на улице стоит, хуй знает, сейчас вся такая будет. Она вся на улице, блядь, ручник забыл снять. Твою мать, так колодки и наебывается. Вот она на улице, она все стоит. Блять, дождь прошел, вся мокрая, хуй знает, пленка чуть-чуть где-нибудь порвалась в одном месте. Но он мне грузит, говорит, ну проверяй сразу. Я так потыкал, вроде мягкая, ну а как я проверю, я хуй знает. Сейчас начнут их разгружать опять, там окажутся какие-нибудь опять галимые мешки. Короче, пиздец, у меня эта ответственность на себя брать тоже. Нахуй она надо. Че, еду на стройку, отвожу мужикам. Дубль 2, заезжаем на стройку. Надеюсь, в этот раз мешки будут нормальные. Ну, вроде все удачно. Вроде бы. Вся сухая. Так, выезжаем. Сейчас пообедать надо по-быстренько немного. И в сервис. Уже время подходит. Для меня как раз местечко оставили. В сервис. Пойду машину сейчас сдавать ремонт. Машину оставил на ремонте. Иду на базу. Завтра будут звонить. Скажет, что с ним. Все, расскажу. С
утра вышел, порадовался, что сухо сегодня. И вот подъезжаю к работе, заморосило, блин. На базу сейчас приеду, машину поставлю и пешочком подождем, пойду вот сюда. Фрикса моя стоит, меня тут ждет. Пешочком под дождем добрался я до сервиса. Пойду заберу ключи, бумаги и все вам расскажу. Ключи отдал, говорит, сходите к машине, проверьте, что все нормально. Потом придете, распишитесь. Обычно раньше сразу расписывался. Что-то мне это не особо нравится, сейчас посмотрим. Какая-то лужа, блядь, под машиной. Но за ними точно надо всегда проверять. Сейчас посмотрим под капотку, а потом заведем еще. Потому что есть одно подозрение. Не замерзай, кстати, взял два батла. Так, антифриза нет. А, нет, ну половина есть. Так, вроде все закручено. Масло вроде есть. Сейчас будем заводить. Глушитель поставили. Новенький. Вообще глушитель тут одноразовый, я в том году менял, сейчас видите, опять пришлось менять. Ну, там есть у меня видос, где у меня глушитель отвалился, я его просто вытащил и выкинул. Так, вроде пока все работает. Вчера он мне еще позвонил, сказал, в чем проблемы. В общем, поменяли масло, поменяли свечи, фильтр воздушный, заднюю часть глушителя. Посторонний звук и свист не обнаружен, как обычно. Потому что в этом сервисе ничего обнаружить не могут. Только по факту, если что-то сломалось, тогда приезжай. Ладно. Дальше, самая проблема, приемная труба, в общем, она на соплях, нужно менять прокладку, я с этим уже сталкивался, здесь прокладка постоянно прогорает, потому что не могут ее затянуть крепко, они могут затянуть, потому что нет одной шпильки, отвалилась. В общем, в любом случае надо снимать бошку, все там менять, коллектор менять, скорее всего, и ремонт станет с запчастями в районе, ну там непредсказано, может быть шпильки надо будет высверливать, в районе 25 тысяч. Короче, ну делать надо, хуй знает, когда будем делать. Сегодня начальнице скажу об этом. Так, по заказ наряду. Ну, в общем, можете на паузу нажать и посмотреть, сколько что стоит у официалов. Запчасти, работа и так далее. В общем, замена масла, фильтра и свечей вместе с запчастями, все это 7,5 рублей обошлось. Ну, естественно, и глушитель, забыл сказать. И, естественно, диагностику сюда впихнули. Она тут не нужна, я по факту приехал, сказал, что мне нужно делать, но все равно не впаривают диагностику постоянно. Опять я на стройку приехал, привез старые палеты всякие поломанные, ненужные, на дрова им сюда. И они просили приехать, чтобы воды им набрать. В здании в этом воды нет, и вообще тут, по-моему, воды никого нет. Ездим на колонку набирать воду, чтобы они мыли руки, раствор разводить и так далее. Дрова выгрузил, воду забрали, выезжаю, еду в контору. Сегодня заказов вроде нету. Сейчас, наверное, еще раз сюда поеду, бочки повезу.